Народные гуляния, ярмарки и, конечно же, ароматные блины с чаем. Сегодня начало Масленицы, одного из любимых на Руси праздников, который символизирует проводы зимы и продлится целую неделю. В эти дни повсюду будет звучать народная музыка, где-то уже водят хороводы в сарафанах и ярких рубахах. Для детей приготовили игры, забавы, мастер-классы. Уже с утра многолюдно на рынках. Торговые ряды разместились прямо на городских улицах. Тут же пекут блины, можно попробовать мед и варенье. А завершится все сжиганием чучела. На последний день Масленицы приходится прощенное воскресенье, за которым следует Великий пост перед Пасхой.